автомат, конфеты «Сладкая сосулька». Покупала я вот такие вот семена, конфеты «Сладкая сосулька», селекционер «Любовь Мязина». Написано «Профессиональный отбор», но у меня получился жутчайший пересорт. Семена стоят очень дорого. Очень, просто очень бешеные деньги. В итоге получились не вот такие вот конфеты «Сладкая сосулька», а совсем другие томаты. Вот мелкие, формы не сосулька, а какие-то круглые, размером с ноготь. Вот такие вот томатики. Вкус не сладкий, совсем не похожий на конфеты «Сладкая сосулька». Вкус кислый. Пересорт от Мязиной. Семена дорогущие, просто дорогущие семена.